14-дневный марафон полностью перевернул мое представление о фейсбилдинге. Помимо уроков, которые выходят каждый день, вам будут даны классные эфиры со спикерами, с которыми вы можете даже пообщаться во время эфира. После марафона я увидела подтянутое лицо, действительно разгладились мимические морщины, ушел отек лица. Честно могу сказать, что я не ожидала изменений, но у меня уменьшился нос. Мне вообще это казалось невозможным, потому что я достаточно худая, нос у меня тонкий. Но сравнивая замеры до и после, я сразу увидела, насколько сильно у меня уменьшилась вот эта вот часть. Видимо, мой нос отекал. Я об этом даже не подозревала. Я всю жизнь жила и думала, что вот он такой. Дальше подтянулся овал лица, вот эти вот места. Прям тоже это явно видно на фотографиях. Поэтому, девчонки, кто сомневается, покупать марафон или нет, не сомневайтесь, однозначно покупайте. Расправились морщинки, лицо расслабилось, появилась симметрия. Вы можете получить поддержку в любое время дня и ночи. Я впервые почувствовала изменения в своем лице. Люди начали об этом говорить. Всего за 2 недели Анна объяснила нам десятки разных упражнений на все группы мышц лица. У меня все получалось с первого раза, потому что Анна объясняла очень доходчиво и все показывала на качественно снятых видео. За 14 дней я действительно вижу изменения, улучшился цвет моего лица, и я избавилась от синяков под глазами, что было моей очень частой проблемой. Я значительно улучшила тон кожи вообще своего лица. И это очень заметно на фото до и после. Также на фото до и после заметные улучшения произошли в синяках под глазами. Всем советую погрузиться в этот мир женственности и сексуальности в том числе. В машине легко выполнять, вот просто вот идешь. Я даже на работе, конечно, может быть, не очень хорошо там выглядит со стороны, но вот у меня есть там если 10 минут, а не есть 10-15 минут, вообще легко найти на работе.